Ну и поставь какую-нибудь музыку, и сейчас шарами потанцую, полетаю. А пока гости. Где наша видеокамера? Принц Голланд. Здесь? Девчонки, мы просто репетируем сейчас. Сейчас 5 минут, мне кажется, побежали. Итак, нам какую-нибудь зажигательную, да? Леночка, берегите друг друга. Вот так ты вообще похожа на греческую красавицу. Вот смотрите, вот эти 3 лапочки. Вы не думаете, что это как ты по дому ходил? Нет. Вот вы на руки свою принцессу, на руки, поливальщики все сильные. Идите по белой дорожке. Друг, поехали. Посмотри. Вот здесь остановитесь, пожалуйста. А ну-ка прочитай, что там написано, белая дорожка. Патриарх! Патриарха! Ты все-таки хозяином будешь! Посмотрите, какая у нас сегодня принцесса, а принц! Эй, те мои сладкие, где мои 16? Эй, Гёня, пригласи свою куколку! Я умираю, и чужой я умираю, страдаю, не хочу чистить, думать о
не знаю, я говорю кризис. Ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ στο Καζακστάν, στο μέρος του Εγενέθα το 67. Κατά μικρός έφυγα, πήγα στην Ελλάδα, αλλά τώρα είμαι δεκές πάλι στο Καζακστάν, στο γάμο αυτό απέναντι από εκεί, να ζήσουν ευτυχισμένοι, να φτάνε πολλά μωρά, να έχουν ευτυχία, να δίνει χαρά στη μαμά και στον παπά και σε όλο τον κόσμο αδακές. Спασίβα! У нас очень много еще гостей здесь, которые не поздравляли наших молодых жена. Лёня, Горько кричат! Головой! Вот так сильно прижми! Ой, как сладко, как сладко, как сладко! Три и четыре. Так, теперь, на, держи. Мужчины, держим юбочки, держим парики. На счет раз, два, три. Идемте вон туда, вот сюда, вот эта красивая арка здесь. Вот отсюда будете работать. Встали в ряд. Встали в ряд. Ваши принцессы, на счет раз, два, три, вы наряжаете быстро своих девочек в юбочки. Юбки выверните, они на левой стороне. Девчонки, вы ухаживаете чуть-чуть, а то через голову, конечно. Одеваете парики, берете на руки, кто вперед, на жениха низкий поклон, и обратно, не уроните туда. Вы меня слышали, что надо делать? Вы меня слышали, что надо делать? Не поднимите. Тогда. Вот худенькая. Как он не поднимет? Как не поднимет? Ну что, мужчина? Парик одевать? На руки взять и алга! Да, потом вы никто. Ой, тогда давайте другую девочку. Иди сюда, доча. Иди сюда. Давай быстрее. О, как раз поднимешь. Где? Ваш красавчик. Играл, да? Вот так. Марати, в студию. Ты что удрал? Что, струсил? Нормально? Вот коленочки поцеловать надо. Вот ударились. Где? Говорят, где бьют, там целуют. Номер? Дай ему сумку, мы его сфотографируем. Командир команды. Командир команды, слушайте. Встали. Держите ваши красавчик такой. Если лопнет, 1000 тенге с вас. Там. Подборные аплодисменты победителям первой команды. Я вручаю красивые, мягкие игрушечки. Зайчик вам, зайчик ты мой. Девочки, вручайте. Вам тоже сейчас дам. Свои места.
Уважаемые гости, тишину, пожалуйста. У нас еще очень много не поздравляют. Поэтому... Чего у вас не хватает? Так, круто, да? Сейчас я принесу. Что получилось? Поздравляю. Мама. Ясно, да? Уважаемые гости, правильно, тихо, сам с собою я веду беседу. Так, от имени дяди Володи и тети Розы из Воронежа. Итак, встречаем друг семьи, дядя Ергали, от имени друзей, дяди и тети. Голландия, привет! Давай еще раз. Давай. Прошу меня.